Всем привет! Сегодня будем проводить эксперимент, проверка свечей накаливания дизельного двигателя BMW наглядным способом. У меня есть вот такие аккумуляторы. Они идут на 6 вольт. Вот, я их последовательно соединил, это аккумуляторы с бесперебойника какого-то. В принципе, каждого будет достаточно, чтобы на свечку подать до 25 ампер. В сумме это по 7 ампер. Так, держи. Значит, будем проверять. Вот есть почти новая свечка NGK. Все очень опасно, я никому не рекомендую этим заниматься. Так, там будет видно, смотри, будет носик накаляться. По времени сами засекайте, я вот до красна раскалю и буду выключать. Все, больше не буду держать. Ну, пока свечка холодная. Это была NGK, так? Мы ее положим, чтобы вдруг ничего. Следующие свечки. Bosch, Франция. Идет там запись, не выключилась? Mm-mm. Так. Хотел стенд соорудить, но мне провода не досталось на свечку. Так бы сделал все через кнопку, красиво. Ну и так сойдет. Так, засекаем. Ой-ой-ой. А мне так кажется, что чуть-чуть дольше разгоралось. Какие-то искры шли страшные. Так. Следующее тоже бошевское. Это бэушные все свечи. Вот это вот более-менее новое, NGK. Эть. Жгрю опасно. Там видно, как разжигается кончик? Угу. Так, раз, два, три. Это, наверное, обгорает какие-то остатки. Так, теперь возьмем свечки. Это все свечки Беру. Видно там? Mm-mm. Ну, сделай, чтобы было видно. Беру, Германия. Все свечки бэушные сняты с мотора M57N2. Ну, это не важно. Все свечи 5-вольтовые. Чтобы все их полить? Ну, штучки 2-3 ради эксперимента. Так, провода. Все нормально. Ничего не греется. Аккумуляторы. Тоже первый раз проверяем. Видно, что чуть-чуть, наверное, меньше яркости в них. Потому что они не новые. Так, давайте возьмем вот такую вот. Может, еще контакт не очень хороший. По ТИСу больше 12 секунд свечи, по-моему, никогда не греют. Но мы тоже не будем греть больше 12 секунд. Так, тут есть где-то грязная свечка. Ну-ка, вот эту самую плохую. Какая-то в масле. Тебе смешно?
Что ты думала? Быть женой БМВшника не так уж просто. Не думаю, что БМВшники занимаются такой хербовой. Ну, видишь, я занимаюсь. Ой, это хорошо греет. Что делать? Ничего. Да? Ну что, будем остальное проверять? Нет, мне уже устало. Устало, ну давай. Тяжелый телефон, наверное. Ну что я вам скажу. Думаю, что на видео там будет видно, сейчас свечи нагрелись, уже теплые стали. Так, это вот NGK. Ну давай, фокусируйся. Эй, это Bosch. Где NGK-евская свеча? Вот она. Вот, в принципе, видите, ПУшные свечи не работают. Новая более ярко светит. Вот, просто наглядный эксперимент решил попробовать, как они будут нагреваться, чтобы у вас было представление. На этом, наверное, спасибо всем. А, ну, давайте замерим напряжение, на котором замерялось. Такое было, когда она подключала свечку, скорее всего напряжение падало там до 5 с чем-то вольт. Ну такое напряжение 6, и, по-моему, даже 8 бывает, приходит на свечи накала с ЭБУ, свеч накала. На каждую свечку там отдельно свой ключ стоит, и они по ШИМ модуляции управляются. Еще раз наглядно. Батарейки, информация вот по ним есть в интернете. Они были сухие полностью, я их восстановил, залил туда дистиллированной воды. Вот. Видно, что мокрые. Залил дистиллированной воды, зарядил своим зарядным удобным, которым я могу любое напряжение выставить. Вот, в одной даже батарейке было напряжение 2 вольта. Вот. Но остальные все сухие. Единственное, что сейчас их с водой нельзя затыкать, потому что при зарядке они начинают реакции эти выделять водород, пробки вылетают. Может быть, не надо было полную воды наливать?